Так, ну что, мой хороший, я приехала на работу. Нервы натянуты, видимо, вообще у всех, и участников в том числе. Каждый день происходят какие-то потасовки, драки, склоки. Если честно, я даже боюсь не только на шоу, на ТЭТы приезжать, но и на Лобное, потому что никогда не знаешь, кто встанет и уйдет с Лобного, кто набросится на кого-то. Поэтому сегодня я попросила приехать security, охрану, ребята, чтобы смотрели за нашими ребятами. Парни, в обиду не дадите никого. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Алексей. Алексей, ну вам даже представляться не нужно, уже страшно. А вас? Николай. Николай. Еще страшнее, пойдемте. Ну все. Итак, встречайте нас аплодисментами, пожалуйста.